Юнаков. Поздравляю новоиспеченных студентов. Желаю, чтобы на выпуске вы присутствовали в таком же количестве. Это только желание. Вам только что сказали, что действительно путь у вас предстоит достаточно сложный. Ну, а если вы посмотрите, на какие специальности вы поступаете, то поймете, что вас впереди ждет ответственная и серьезная работа. Работа, которая не требует расслабления и холодка. Потому что если вы накосячите, извините, то ракета взорвется на старте, снаряд взорвется в пушке, корабль утонет и так далее, можно перечислять. И все это будет сразу видно. Понимаете? Не заглохнет, так сказать. Не сможете подтолкнуть, чтобы поехало. Поэтому и требования соответствующие. От вас теперь требуется дисциплина и порядок. Ну, а вообще-то жить в университете и учиться очень даже весело и хорошо, если правильно соблюдать. Я декан, и уже две подписи в ваших документах поставил. Это зачетные книжки и в студенческом билете. И вот желаю, чтобы поставил я вам еще одну подпись, когда вы будете выпускаться, что вы закончили курс обучения. И не дай бог никакой другой бумаги, которая бы свидетельствовала о другой причине нашего с вами расставания. Вот. Что еще хочу добавить? Будьте дружны. Группа, которая у вас сейчас соберется, это коллектив. И практика показывает, чем дружнее группа, тем легче учиться, и тем меньше процент обучения, а знания, которые вы получаете, они усваиваются лучше и крепче. В добрый путь вам!